Мы находимся на выставке Household Exports, говорим с нашими гостями, производителями. Евгений, расскажите, чем занимается ваша компания, что новенького собираетесь в 2019 году представить рынку? Здравствуйте. Наша компания занимается производством бытовой химии в новом формате. Мы производим инновационную бытовую химию, сделанную на основе природных полисахаридов, вырабатываемых из яблок и свеклы. У вас в руках сейчас, вот покажите, что это такое. У меня в руках сейчас средство для мытья посуды в обновленном дизайне, которое является премьерой данной выставки. На нашем стенде мы предлагаем совершенно новые образцы бытовой химии в обновленном дизайне. В чем технологические особенности вот этого геля? С чем или с кем он конкурирует и почему должны покупать вашу продукцию? Технологическая особенность наших гелей состоит в том, что мы используем технологию, нашу собственную технологию микрокапсулирования загрязнений. Это запатентованная нами технология, патенты у нас по всему миру. Заключается она в том, что в состав входит компонент биомикрогель, который при взаимодействии с загрязнением обволакивает его, создает микрокапсулы и выводит вместе со смывом. В результате этого мы смогли добиться радикального снижения в составах синтетических и других поверхностно-активных веществ и вредных аллергенных компонентов. У вас панда нарисована, я вижу, на баллончике. У вас экологически чистый или что связано? Совершенно верно. Наш продукт является экологически чистым. Это подтверждено нашим официальным партнерством с Всемирным фондом защиты дикой природы. Наши средства биоразлагаемые. Это также подтверждено рядом сертификатов и в том числе эко-сертификатов. Вот такие новые продукты на Household Expo. Не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми гостями.